Представляем вашему вниманию роликовый гриль на 7 роликов модели HDRG E7. Гриль поставляется в двух коробках. Упаковка качественная и предохраняет товар от повреждения при перевозке. В одной коробке упакован сам гриль, в другой защитная сетка. Корпус и ролики гриля изготовлены из нержавеющей пищевой стали. Отличительной и положительной особенностью конструкции гриля является наличие гнутого защитного стекла, придающее эстетичный вид и обеспечивающее гигиену при обжарке сосисок. Хотим отметить, что на рынке представлено очень мало роликовых аппаратов, оснащенных гнутым стеклом. В конструкции аппарата предусмотрен съемный поддон для жира, который можно легко извлечь и помыть при необходимости. Панель управления состоит из кнопки включения, питания и двух регуляторов температуры с индикаторами. С помощью кнопки включения запускается вращение всех 7 роликов. Первый регулятор температуры управляет температурой передних 4 роликов, второй – задних 3. Встроенные термостаты обеспечивают поддержание установленной температуры до 250 градусов. На задней стенке корпуса гриля размещен разъем для подключения шнура питания. Предохранитель и винт для заземления. Преимуществом данного гриля является быстрый нагрев роликов, так как максимальная мощность тенов гриля составляет 1,4 кВт. При этом мощность нагрева можно легко уменьшить с помощью регуляторов нагрева. Также преимуществом этого аппарата является наличие гнутого стекла, которое защищает продукт и обеспечивает эстетичный вид гриля для клиентов. Немаловажным фактором является наличие в гриле предохранителя, который обеспечивает защиту аппаратов от скачков напряжения и короткого замыкания. Подводя итоги, хотим отметить, что цена аппарата очень демократичная, и данный гриль будет очень хорошим выбором для тех, кто занимается или планирует заняться бизнесом с хот-догами.